Запомните мои слова. Когда вы начнете правильные вещи делать, когда вы начнете правильные вещи, кто-то будет критиковать вас, кто-то будет завидовать вас, кто-то будет пытаться оскорблять вас. Но вы не должны отвлекаться от цели. Вы знаете стратега орла? Я это научился последние несколько месяцев. Орел классную стратегию держит. Вы знаете, есть единственная птица, которая смеется и клюнет орла. Единственная птица, которая могут прийти и набрать храбрость, нападать на орла. Знаете, какая птица? Это черная ворона. Это единственная птица, которая еще набирает храбрость нападать. Но как он нападает? На лицом к лицу он не нападает. Он нападает всегда за спиной. Он как нападает на орла? Сядет, когда орел летит за его спиной и начинает клюнуть на его шее. А как эту стратегию использует орел? Орел начинает драться с ним? Нет. Знаете, что для орел? Просто выше поднимается. Орел ничего не делает, выше поднимается. Выше, 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 выше. Чем орел выше поднимается, ворона начинает задыхаться. А потом просто падает и умрет. Все. Я когда это четко изучал, понял, думал, классная стратегия. Просто для некоторых людей ты не надо им спорить, просто докажи им результатом. Стань сильнее, поднимайся выше, поднимайся выше. Они будут тебя критиковать, и поднимайся еще выше. Я их использую как батарейка Дурасель. Они меня задевают, я еще говорю, классная мотивация, пошел, Довлатов, вверх. И начинаем фокусировать на результат. Поднимайся выше, 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 выше. Они просто однажды вдыхают. Все. Классная стратегия, да? В природе все есть. Оказывается, природа для человека мудрого все есть. Научись от них этому и все. Двигайся выше. Двигайся выше. Просто поднимайся выше. Не надо фокусироваться на них. Поднимайся выше. Да, кто-то будет что угодно говорить. Не сдавайтесь. Идите выше. Поднимайтесь выше. Помните, все. Давайте фиксируем несколько ключевые моменты. До того, когда вам Аллах давал мечту или мысль, Он ресурсы уже готовил. Значит, вы должны понимать, что если сейчас деньги не хватает, они где-то есть. Если сейчас кадры не хватает, они где-то есть. Если что-то вы не умеете, обязательно кто-то уже это умеет для вас, готовый, он помогает вам. Вам надо продолжать делать, кто-то заметит вас, начинает прийти к вам. Вы меня поняли? Да. Второй важный вещь, что я вам сказал. Если кто-то будет говорить, что это нереально, невозможно, вы не слушайте его, станьте орлом, поднимайте вверх. Поднимите вверх, поднимите вверх. Вы однажды победите, если кто-то вас кусачий критикой использует. Третья вещь. Каждый человек, который вам говорит, нереально, невозможно, это он себе убедил, что невозможно, нереально. Но не для вас это. Вы не берите, пожалуйста. Ну, Довлатов, ну, у вас какой-то такой нереальный, говорит, это уверенность в себе, или нереальная мотивация и так далее. Они говорят, надо быть реалистом. Я говорю, хорошо, давай посмотрим, что такое бедный мышление, что такое богатый мышление. Бедное мышление, он видит факты. Он видит факты, он видит, что все плохо, он видит, что денег нет, он видит, что в данный момент долги, он видит, что никто не поддерживает, он видит, но это сейчас. Богатый мышление видит возможности, как это изменить. Я повторю, бедное мышление видит факты, богатое мышление видит возможности. Привяжу пример, аналогия, например, садовник, если попал на пустой земле, обычный человек видит пустой земли, где много камней, где нет вода, где ничего. Но садовник видит дерево, которое будет. Он видит в это поле огромный плодоносящий сад. Но он знает, что только это вопрос времени. Между мною и между тот будущей реальность стоит только время. Садовник, у него появляется план, и у него появляется видение, и он верит в этому. Понимаете? Бедное мышление, он видит факт, это принимает как конечный результат. Проблемы бедных людей в этом. Повторю, бедное мышление, он видит как есть, и он это принимает как конечный результат. А успешное мышление, активное мышление, он видит возможность. Он говорит, есть эта возможность, между мной это возможность только время. Мне нужна правильная стратегия. Это сделать, все. И работать над тем, чтобы то, что в голове, появилось в жизни. Вот это очень важная вещь.
Помните, что вы считаете реальными, то появится у вас. Правую руку поднимем, повторим заново. Человек достигает только те цели, которые считает для себя реальными. Человек видит только те возможности, которые считает для себя реальными. И теперь еще важная вещь. Помните, Лао Цзы еще сказал до нашей эры, почти 5000 или 6000 лет до нашей эры, он сказал так: все, что мыслимо, оно осуществимо. Просто достаточно ли об этом думать? Да, значит, это можно. И представьте, это такой крутой вещь. Все, что мыслимо, оно осуществимо. Поэтому всегда себе вдохновляйте так, настраивайте так. Я хочу вам еще одну вещь сказать, которая расширяет вас и раскрывает вас. Это что? То есть часто я заметил, что мы отталкиваемся от своей возможности. Когда мы ставим цель, когда мы планируем что-то, мы часто отталкиваемся от себя, от своего капитала, от своих знаний, от своей сегодняшней реальности. Мы постоянно отталкиваемся от этого. И это, оказывается, нас показывает как маленьким. И самое интересное, это нас останавливает. Сегодня ваша возможность может быть небольшой денег, чего-то вы знаете, чего-то не знаете, кого-то вы знаете, кого-то не знаете, что-то у вас упорядочено, что-то нету еще порядок. Также помните, когда ставите цели, не надо отталкиваться от сегодняшней вашей возможности. Не надо. Отталкиваться из того, то, что вы мечтаете, отталкиваться из того, то, что миру нужен, этому миру нужен, отталкиваться от того, что нужен вашим потребителям, и даже если это вам не по силам в дальний момент, даже если это не по карману вам в дальний момент. Правую руку поднимем, повторим за мной. До того, когда Всевышний внушает вам мысль или мечту, ресурс для осуществления этой мечты уже вам давал. Кто-то уже копит деньги для того, чтобы помочь вам. Кого-то уже давно обучал, который будет вам наставником. Кого-то уже давным-давно он готовит, что будет вам сотрудником. Запомните мои слова. До того, когда у вас он внушает мысль или мечту, для осуществления этой мечты или цель уже ресурсы готовил он Всевышний, и жизнь давно готовил вам. Но ваша задача – работать над собой, чтобы самому стать, можно сказать, способным эти ресурсы использовать, эти ресурсы находить. Они ждут вас. Они ждут просто вас, когда вы станете готовыми. Это похоже на этого.